Грустные новости для всех любителей футбола. Скончался легендарный футболист Пеле. Об этом сообщила его дочь Келли Кристина Насименто в социальных сетях. Он был единственным футболистом в истории, который смог победить на 3 чемпионатах мира. Эдсон Арантес ду Насименто знаком не всем, но его прозвище Пеле знают все. Ведь именно под этим прозвищем Бразилия прославилась на весь мир. Но, к сожалению, Пеле из-за продолжительной болезни рака скончался в возрасте 82 лет. В связи с этим в Бразилии объявлен 3-дневный траур. Сборная Бразилии выигрывает чемпионат мира 1958 года. Пеле с конца ноября находился в больнице для лечения респираторной инфекции, усугубленной COVID-19. Ему также требовалась корректировка терапии онкологического заболевания. В начале декабря бразильская газета сообщила о том, что футболисту больше не помогает химиотерапия. Однако семья бывшего футболиста это опровергли. Но 22 декабря врачи сообщили об ухудшении состояния Пеле. Рак прогрессировал. Бывшему футболисту требовалось повышенное внимание в связи с почечной и сердечной дисфункцией. Семья Пеле сообщила, что ему придется провести в больнице Рождество. По окончании карьеры он снялся в нескольких фильмах и сериалах, организовывал благотворительные проекты. В 1994 году стал послом доброй воли ЮНЕСКО. В 1995 году министром спорта Бразилии. В 1997 году получил от королевы Великобритании Елизаветы II титул рыцаря. Помимо этого, он активно боролся за экологию.